Максим! Да что ж такое-то? Что? Уже ничего. Ой, Максим, подойди сюда. Зачем? Ну подойди. Свет, я занят. Это что-то важное? Да, иди скорее. Смотри, какие котики милые. Алло, Максим, срочно приди домой. Что случилось? Ты можешь объяснить? Я не могу по телефону сказать. Приди, пожалуйста, как можно быстрее. Хорошо, сейчас буду. Что случилось? Подай пульт, пожалуйста. Расскажите про него. Мы с ним познакомились 31 декабря. Вначале у нас было все хорошо. Мы дружили, смеялись. Короче, было все как у всех. Но потом он стал навязываться, надоедать. Нас все пытались помирить, но это только отталкивало. А сегодня я узнал, что он окончательно испортился. Что значит окончательно испортился? Вы про кого это все рассказывали? Про салат вот этот. Сейчас снова надо будет делать. Ты сегодня место. Максим! Одна. Я иду смотреть, как ты убрался в комнате. Блин. Да, мам, ты не понимаешь, я делаю крутой челлендж, смотри. Прикольно, да? Надо было все-таки тебя в детдом сдать. Убирай давай это все. Пап, я там разбил твою любимую чашку случайно. Сынок, да ничего страшного, ты ж случайно это сделал. Пап, я там разбил твою любимую чашку случайно. У тебя, как всегда, все через жопу, с деньгами месяц не подходи. Всегда нужно бить первым. Кадыки мы так, на! Потом вот так вот его. Пап, ну я же девочка. А я хотел тебя Игорьком назвать. Я расстался с девушкой. Сынок, ты так не расстраивайся. Давай на эту тему мы сейчас с тобой поговорим. Я расстался с девушкой. Ты там в комнате убрался? Мама, где папа? Не знаю, как ты родился, я его и не видела. Вы все мыши. Ой, сегодня виделась с Мариной, я тебе про нее рассказывала. Ну ты понял. Ну ты понял, ну ты понял. Ну ты понял, ну ты понял, ну ты понял, да? Хлеб, ну ты понял. Да, это, конечно, было круто. А помнишь? А помнишь, небо, помнишь сны и молчание. Юное тело в голубом одеяле. Тим, можешь мою сумку взять? Я хочу тебя взять. Как же ты задолбал, я ухожу от тебя. Уходи, дверь закрой. У меня теперь другой, мне не... Чувствую... Свет, как тебе моя новая рубашка? Круто, тебе идет. Спасибо. Максим, как тебе моя платьице? Класс, ты в нем очень красивая. То есть я красивая только в этом платье, так уродина? Что несешь, я такого не говорил. Угу, не подходи ко мне. Максим, заправь кровать. Да, Свет, зачем ее заправлять, если вечером ее снова ложиться? Свет, ты что, обижаешься? Нет. Вот и славненько. Что значит славненько? Славненько. Ему Свет сказал, что я не обижаюсь, это не значит, что я не обижаюсь. Так ты обижаешься или нет? А ты что, сам еще не понял? Фу, ты что, вытираешь лицо полотенцем, которым вытирал жопу? Да ты не понимаешь. Сначала я вытираю лицо, а потом все тело. За ночь полотенце все забывает, а с утра можно делать все точно так же. Мне так хорошо с тобой. Максим, мне с тобой тоже очень круто. Свет, я тебя очень сильно люблю. Давай встречаться. Я тебя тоже очень люблю, но как друга. Но я бы очень хотела найти такого парня, как ты. Мам, можешь пришить мне резинку для варежек в куртку, чтобы я не терял ее? Сынок, конечно же могу. Мам, можешь мне купить костюм Gucci и PSP самую новую? Да ты не охренел ли? Мы хуй без соли доедаем, а ты Gucci хочешь, хуй Gucci. Сынок, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать космонавтом или дальнобойщиком. Надеюсь, у тебя все получится. А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать блогером, снимать всякие обзоры и стать знаменитым. Ну, скоро моему ребенку плохо. Да,
черные, мы с тобой четкие. Я уже 20 минут жду эту скорую, побыстрее бы его забрали. О, крутяк, иду. Максим, иди кушать. Максим! Максим!